место живописное. Подъем. Amaneciendo. Los monjes nos regalaron un poquito de comida. Tenemos pasta de esta, otra pasta de esta. Y tenemos agua. Nos dieron botellas con agua. Y nos dieron cajitas de leche y latas de atún. Y ya con eso completamos. Y aquí tenemos galletitas que traíamos nosotros. Después de haber pasado la noche aquí, en la región de Saraburi. Pero ya nos vamos, vamos a continuar. Gracias a los monjes que nos dejaron pasar la noche aquí. Ahora nos dieron otro ride. Мы попали в такое сказочное место случайно по пути в Лаос. Что делает там? Вон рыбачит. Ресторан Hostel. Porque es. Не чисто. Pero podemos limpiar. Здесь не очень чисто, но мы почистим. И можем остаться здесь с видом на водопад спать. Тут вот и телевизор плавает, вот он. Тут все есть. Но место живописное. Джунгли. Да. А, вон они. Креветки, рачки. Здесь вылавливаются. Соседкой нашей. Это все, что осталось от рыбки. Здесь поймали, здесь готовили. Тут мы спим. Окей. Ох, рыбка какая. Окей. Мы будем вернуться к нам, да? Мы семья, мы красивые. Окей? Здесь большой парк-плац, парковка. Привет. Идем смотреть сюда. Что здесь? Банановое дерево. Вот они, бананчики здесь. Созревают, лежат. Вот они, наверное, парафритар, но? Для жарки, которые. Домики. Около воды, около речки. В один ряд. Это как кемпинг здесь. Здесь тоже банановые деревья. Такой помост, на котором как тропинка, чтобы по мокрой траве не ходить. Так можно передвигаться здесь, около банановых деревьев. Банан обработан. Здесь выход к воде. Срезан банан, который принес плоды, и другое дерево дают. Ничего не видно, но это вода. Тут другие домики, уже посерьезней. Люди с удовольствием снимают. Туалеты все, свет. Все приготовлено. В близости домики стоят друг от друга. Обстановка обалденная. Просто природа. Это сад здесь у них, у людей. Кто-то снимает эти домики и живут здесь на протяжении полугода. Вот такие вот домики интересные. Тут цветочки, домик поднят, если вода поднимется. Под низом есть проход, можно ложить все, что хочешь туда. Такой вот домик. 1500 в день. Вот такой вот здесь обстановка такая. Картинка висит, диванчик, верница идет здесь. Вот такие вот хоромы.
Sí, muy bien, da. Muy bien. 5 estrellas. 5. Туалет. А. Туалет здесь. O sea, es adentro, pero afuera. Душ и все здесь есть. Да, и там другой выход. Картинки есть, туалет есть, мыться есть где. А, это Пумталя кемпинг. Пумталя кемпинг. Можно только посоветовать. Сегодня у нас огонь у водопада в джунглях. Декатлоновская палатка. Вентилятор и матрас за 500 батов. Good. Ханган и Куна сделали нам сегодня кофе. Мы на рассвете вышли из этого домика. Спали там. Немножко холодновато было, но это уже другой район. Тут не так тепло. Latte. Ой, молодец. Филис. Ложка есть? Ложка. Вот ложка, да. Ложка. Ача. Топ-топ-топ. Ачи. Нравится тебе? Пойдет? Хорошая? Берениса дала тебе. Берениса. Латте. Печенюска? Печенюска это. Да? Получила свою качельку. И радуется. Зовут маленькую принцессу Латте. El tío Nico arreglando el columpio. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Такси коллектива. Побежали в джунгли. Хорошая игрушка. Попробуем, что собирают. Вот этот. Вкусно. Салат good. Давай вместе. Вместе пойдем. Прыгаем. Там. Там, где она. Давай. Давай. И он дотрес. Укроп. Кинза. Селянтру. Все здесь. Подспешно. Укроп. Укроп. Сейчас пойдем кушать. Дос чамакус. Дос чамакус мисмос. Посмотрим, как они подействуют. Горох предлагает попробовать. Горох, да, сладкий, наверное. Свит. Караколь. Да? Капуста от Кена. Колифлор подарил нам. Все. Капуста готова к движению. Кан сделал. Мы опять в одном хорошем месте с монахами, с рыбками, с собаками. Идем кормить рыбок.
А, сейчас ловить так будем, наверное. Работает не очень исправно, но красивое. Кормим рыбок. И, наверное, их ловим сразу. Давай, кидай. Обалдеть, мой. Él nació en el año del gallo. Tamarindos grandes. Muy grandes. Muy grandes tamarindos. Сидят двое и едят коляски. Да, вкусно? Вкусно? Поехали. Да, да. Лягушки замороженные, всякие другие рыбки. Лягушки лежат уже все холодные. Детишки пошли купаться в жилетах. Все вместе с мамой. Как функционирует? Показывай. Как? Это стрела? Стрелу вытаскиваешь. Натягиваешь. Натяжка пошла. Так. Пойдет. Не попал. Фиш, да? Для фиш. Не? Tres coliflor, sí, un poco de lechuga, cilantro, este no me recuerdo cómo se llama, y cebollines, varios cebollines que nos regalaron. Sopa. Sí, sí, sí. Цветная капуста, coliflor y botón. Coliflor orgánica. Orgánico todo. Сегодняшний стол. Чамаранамус. Латте. Куна. Нико. Тантан. Настоящая белка белая. Белая белка. Обрели на еще один храм с колоколом и с барабаном. Монашеский храм Таиланда. Цветы, плоды, банана здесь. Каждый листок сохраняет в себе около 20 початков в каждом листке, а потом все это большой, большой вот такой вот стручок с бананами. Пар выходит из трубочек, делает микроклимат здесь. Красавцы там. И в ресторан заходим, смотрим, что у них еще есть. Вот вид тут интересный, в водичке рыбки плавают. Больше 6 метров. Новогодние игрушки висят, качаются. Еще один. И вот такой карапуз. Вот такой вот автомобиль уже немножко проржавел. Такое дерево оккупировано лианой. Дам-дам-дам. Ача. Все, пройду, забыли. Пройду, забыли. Баловаться начали, пройду, забыли. Хоп.
Какая тут еда, такая природа. Кто ест двумя руками? Латы жует там, латы. Да? Да? Куна жарит рыбку. Приехал продавец хурмы. На своем велосипеде продает кокосы по 20, 15, по 10. Вот такие вот штуки продают. Замерз, говорит. Сбежал сейчас. Второй раз уже здесь сидел, отдыхал. Теперь сбежал еще раз. Наверное, за ними охотятся. Потай. Да, потай? Потай. Ага. А там внизу мы смотрели варана большого. А тут мы идем потай.